Привет, друзья, с вами Юрий Дмитрий Рошенко. Сегодня поговорим о сокращении на работе, какие у вас есть права, в том числе и при ликвидации организации. Данная информация, она, естественно, актуальна для граждан Российской Федерации, иностранных граждан, потому что по Трудовому кодексу все, кто оформлен официально, у них права равны. Кого же могут сократить? Сократить можно только официально устроенного на работе, то есть оформленного по трудовому договору, в штат сотрудника, работника. Нельзя сократить работника на больничном, то есть при временной нетрудоспособности, работника, который находится в отпуске, многодетную мать, у которой есть дети до 3 лет, мать-одиночку, у которой есть ребенок до 14 лет или ребенок-инвалид до 18 лет, женщину в декрете или беременную женщину. Важно помнить, что вас должны предупредить письменно об увольнении за 2 месяца. И, соответственно, это является обязательным условием, что при сокращении, что при ликвидации. Какие же варианты у вас возможности остаться все-таки на работе в случае сокращения? В Трудовом кодексе есть такой вариант, и это возможность вашего согласия, а именно она заключается в переводе работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. Должна быть данная работа и зарплата по ней, естественно, должна быть не ниже той зарплаты, которую вы получали. Также работодатель обязан в период вот этого уведомления двухмесячного срока предлагать вам работу, которая отвечает требованиям по вакансии, имеющихся у него. И это является обязательным условием, то есть в период 2 месяца после того, как вас уведомили о сокращении, вам должны предоставлять варианты по вакансии. Опять же, если они имеются у работодателя. Если компания ликвидируется, то в данном случае это по статье 81 Трудового кодекса. В этом случае, естественно, категория лиц расширяется. Здесь можно уволить и беременную сотрудницу, и работника, который находится на больничном и в отпуске, потому что компания ликвидируется, и, соответственно, категория здесь более, скажем так, расширяется и попадают в том числе и беременные, как я уже сказал, женщины и те, кто находится на больничном, в отпуске данной категории, они тоже подлежат увольнению. Как по выплатам, значит, что положено, какие выплаты можно получить в данном случае? Помимо заработной платы за отработанный период, компенсацию за неиспользованный отпуск при сокращении или ликвидации, сотруднику также выплачивается и пособие в размере среднего заработка. Также за работником сохраняется среднемесячный заработок на период трудоустройства, но не свыше 2 месяца со дня увольнения. В исключительных случаях среднемесячный заработок сохраняется и в течение 3 месяца, но здесь нужно будет в течение 2 недель обратиться в службу занятости после увольнения. И если вы не были трудоустроены, представляете документ работодателю, и он вам оплачивает также среднемесячный заработок за 3 месяц. В случае, как его получить, все-таки это среднемесячный вот этот заработок за 3 период, вы представляете заявление в 2 экземплярах и отдаете работодателю. Можно под расписку, естественно, обязательное условие, но если работодатель не хочет получать данное заявление о том, что вам выплатили за 3 месяц, тогда отправляйте его с описью вложением по Почте России. Это тоже важное условие для того, чтобы сохранить и получить все-таки эту выплату, и у вас были доказательства. С новым законом, который выступает 13 августа и дает гарантии при сокращении, ликвидации, организациям фактически запретили завершать процедуру ликвидации организации, пока не будут произведены все связанные с ликвидацией выплаты работникам. То есть теперь фактически приоритет имеется у работников. Согласно вот норме статьи 178 Трудового кодекса, при ликвидации организации выплата среднемесячного заработка за период трудоустройства в любом случае должны быть проведены до завершения ликвидации организации, то есть до регистрации его, соответственно, в налоговых органах об его прекращении в соответствии с гражданским законодательством. Поэтому пока не будут выплачены все вот эти выплаты, которые предусмотрены для работников, значит, зарегистрировать и прекратить действия организации будет невозможно по данному закону, который вступает уже в силу 13 августа. Важно иметь в виду, что в течение 15 дней со дня увольнения можно обратиться к работодателю, тогда вам никаких выплатах не откажут. Это тоже обязательное условие. Что делать, если отказывают в выплатах и нарушают ваши права?
Для предотвращения данных действий, естественно, это госинспекция по труду, это претензия и дальше уже судебный порядок. Если есть, опять же, профсоюзная организация, ну, понятно, есть не везде, то, в принципе, наверное, тоже можно с ними посотрудничать. Но лучше, естественно, дублировать все через госинспекцию по труду и уже в претензионном порядке, дальше в судебном порядке, потому что могут организации просто не реагировать. Но я еще раз подчеркну, что в соответствии с новыми изменениями, которые вступили в силу 13 августа 2020 года, в данном случае работодатель, пока не рассчитается с работниками, он не может прекратить деятельность своей организации. То есть юридически она не должна быть оформлена в налоговом органе. Поэтому обращаю на это ваше внимание. Будем надеяться, что таких случаев будет меньше, потому что споры все-таки трудовые, они достаточно такие затруднительные для работника с точки зрения финансовой, доказательной возможности, потому что все-таки спор фактически за денежные средства, и, естественно, работодатель пытается максимально возможно себя подстраховать и уйти. Но вот норму приняли такую, которая запрещает все-таки ликвидировать, как это было раньше, когда многие организации ликвидировались, а работник, например, за третий период, за вот эту компенсацию, выплату пособия, например, за третий месяц, он фактически не мог получить, потому что организации уже не было. Теперь, если такая ситуация у вас возникнет, вы подаете заявление в течение 15 дней и получаете свою выплату. Спасибо, что посмотрели данное видео. Всего доброго, успехов!